Всем привет, друзья! Рад вас приветствовать на нашем канале. С вами Виктор. Сегодня мы приготовим классный рецепт курочки. Китайский рецепт. Кисло-сладкая острая курочка. Готовится очень просто. Получается просто бомба, как вкусно. И все очень просто. Значит, вот у меня здесь куриное филе. И немножко еще 4 штучки я взял внутренние филе. Это которые вот они вот тут так растут. Отсюда. Можно взять просто только куриное филе. Сейчас нам нужно порезать его и замариновать. Значит, у меня довольно-таки крупная грудка, да? Поэтому я ее на две части. Если помельче, можно прям просто вот так вдоль. И вот на такие примерно кусочки нарезаем. Вот так вот. И филе. Ну, вот так вот, скажем, на 4 части нормально будет. Теперь, друзья, маринуем грудку. Немного присолим. Черный перчик. И немножко темного соевого соуса. Чуть-чуть. И все хорошо перемешиваем. Вот так все перемешали. И оставляем пока в сторону. Пусть немножко промаринуется. Пока маринуется наше мясо, друзья, я хочу вам порекомендовать один канал моих хороших знакомых. Канал называется «Живу в Германии». Как, судя по названию, вы уже поняли, что ребята живут в Германии. Что они снимают? Они снимают влоги о своей жизни. Они также любят готовить, занимаются там копчением, солением, рыбалка, дача. Там много всего интересного. И также о жизни в Германии много поездки показывают. В общем, мне нравится, я смотрю с удовольствием. И вам рекомендую. Ссылка будет под видео. Переходите, подписывайтесь. Вам не сложно, а ребятам будет приятно. И привет в комментариях от меня передавайте. Ну, мы готовим дальше. Далее делаем соус, которым мы будем заправлять потом наше мясо. Здесь у меня кетчуп. Все очень просто, из простых продуктов. Кетчуп идет коричневый сахар. Если коричневого сахара нету, можете взять простой сахар или мед. Потом яблочный уксус. Я так делаю все на глаз, но примерно я знаю, сколько я делаю. Для вас будет все точно вымерено в описании. Также темный соевый соус сюда. Острый чили соус Шрираша. Если такого нету, ну просто что-нибудь остренького там. Вот так вот. И немного воды. Все хорошо перемешиваем. Теперь нам нужно порезать зеленый лук, имбирь и чеснок. Так, зеленое вот это я оставлю на украшение, а вот это пойдет уже непосредственно в сковородку. Теперь возвращаемся к курице. Значит, дальше нам нужно сюда добавить белок яичный, кукурузный крахмал, немного пшеничной муки и разрыхлитель. И также немножко водички. И все это хорошо нужно перемешать. Это такого рода панировка. Вот так вот все должно это выглядеть. Курочка такой вот в кляре. Теперь включаем плиту. Наливаем сюда растительного масла. Грамм 200. Нам нужно ее фритировать как бы. Если есть фритерница, можно во фритернице сделать спокойно. Все, масло, друзья, хорошо прогрелось. Проверить можно вот так. Берем деревянную какую-нибудь палочку. Если вот так пузырьки пошли, масло, значит, готово. Убираю температуру на среднюю. И теперь вот так вот по одной туда забрасываем. Потому что если забросить все сразу, они между собой слипнутся. И запекаем их до румяной корочки.
разворачиваем. Вот такие вот пышные панированные курочки получаются. Вот так вот все отлично подрумянилось. Вот такая красота. И убираем пока в сторону. Так, курочку мы всю запекли. Теперь ставим какую-нибудь глубокую сковороду, типа вок или что-то другое, что есть. Добавляем сюда отсюда вот немного масла. И отправляем сюда имбирь, чеснок и зеленый лук. Слегка это одну минуту все обжариваем, чтобы все ароматы раскрылись. Через минуту добавляем соус, который мы заранее подготовили. И еще с соусом минутку вот так на большой температуре все это соединяем. И теперь отправляем сюда нашу курочку. Вся эта панировка возьмет, питает этот соус. Будет просто сказка. Буквально секунд 30 еще вот так вот на большой температуре, чтобы сейчас все это карамелизовалось, соединилось, и блюдо наше готово. Ароматы бесподобные. Ну все, друзья, все так быстро и вкусно, как обещал. Рацфац и готово. Вот такая вот вкуснятина. И сверху посыпаем зеленым луком. Вот такое, друзья, блюдо у нас с вами сегодня получилось. Желаю вам приятного аппетита. Все готово, друзья. Вот так быстро и просто. Осталось только попробовать. Отлично подходит отварной рис к этому блюду. Сейчас посмотрим, как она внутри. Отлично, сочненько все, все проготовилось. Вау, обожаю китайскую кухню. Сразу такие вкусы со всех сторон. Острая, сладкая, кислая, соленая. Панировка взяла весь этот маринад в себя. Вау, класс. Рисика отварить. Полноценный ужин. За несколько минут. Супер, друзья, рекомендую. Спасибо вам, друзья, за ваше внимание. Смотрите наши другие видео. И до новых встреч, друзья. Пока-пока.